пьяный мой подбоборский, если не отправляет нахуй через этот, через Горнотратинскую дорогу. Ну и что ты, блин? Да. Ребята, мост полностью упал или одна полоса есть? Так, где-то на трассе провалился мост. Точно пока не знаю. Буду спрашивать у встречных больших грузов. Гаишник остановил, сказал, где нужно уходить на Ханты-Мансийск. Но я не запомнил это название. Какой поворот?
где, что. Километров 150, наверное, до обрушившегося моста. Продолжаем движение в сторону Тюмени. Полотно дороги, сколько проехали от Сургута, хорошее, очень хорошее. Навигатор Navitel периодически подсказывает, что дорожные работы, ремонтные работы на дороге, но проезжая эти участки, свидетельствую, работы закончили, дорогу сделали. То есть версия у меня это уже устаревшая, навителовская, нужно, наверное, обновлять. Но то, что где-то впереди, километров за 150, наверное, обрушился мост, вот такая достаточно много праворульных автомобилей в Тюменской области. И здорово напрягает, когда он высунет полморды навстречу, смотреть, обогнать или нет. Здорово напрягает это. Много на трассе продавцов. Рыба, орех, ягода. Что же вы делаете, блин, профессионалы долбаные? Так, Газпром где-то. Газпром. Заехать, заправиться. Потому что деньги на бензин не выделили, дали топливную карту. Потому дохлись после этого. Ищи заправки, где принимают эти топливные карты. Вот на Газпроме объявил, купит топливо. Ты насчет моста, наверное, хотел узнать? Она не будет пускать. Да куда не будет пускать, ребят? Да,
там 20 июля, да, Демьянки мост рухнул, тоже, что уже июль наступил, как говорится, год прошел. Дема, ну что делаем? На Горнобалдинского, здесь слева стоянка, встаем и стоим, ждем до завтра, до утра. Дема. Блять, стартовать оттуда, на самом деле жить где-то непонятно, в лесу, хуй его знает, на обочине стоять. Что-то утрата. Утро, что-то изменили, там что-то изменили. Тебе же вот сказали, что дежурный начальник сообщили, что завтра там с утра до обеда может что-то решиться. Может как-то сделать, по одной волосе будет пропускать. Хрен его знает, что делать, блин. Одни проехали, говорят, нормально, блин. Другие ни хрена не пускают. Сарафанное радио. Ну ладно, рискнем. Я думаю, что, может быть, гаишники заранее предупредят и поток направят через Ханты-Мансийск. Не знаю. Рискнем, посмотрим. Навигатор предупреждает, что через 500 метров плохая дорога. Но, как вижу, вот еще раз повторил. Но, как вижу, дорогу уже сделали. Информация устарела. Надо, наверное, обновить до последней версии на ВТЛ. Устает повторять навигатор на ВТЛ, что плохая дорога. Но вы видите, дорога отличная. И разметка, и полотно дороги в хорошем состоянии. Сейчас буду ловить встречных дальнобойщиков, спрошу, как там дорога на Тюмень. Ребята, из Тюмени идете? Да, а что?
Там говорят, где-то мост обрушился. Правда это или нет? Не знаю, все нормально проехали. Вот сегодня в обед выехали с Тюмени. Все нормально прошли. Понял, благодарю, дружище. Удачи тебе. Мост обрушился. Да вот на трассе ходит информация в эфире, что где-то мост обрушился, и лучше ехать через Ханты-Мансийск. Там говорят не лучше, там говорят просто трассы закрыты, пока пускают только легковые и газетки. И то временно еще вот там, ничего не говорят только. А, понял, понял, благодарю. 291 километр, вот сейчас парень кричал, что звонил, дежурную часть или что-то. Ему сказали, что хуже сегодня, там, ну, завтра до обеда точно пускаться не будут, а завтра с обеда будет приниматься решение якобы. А, понял, тогда больших машин, да? Ну да, 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 то есть вроде как говорят, что даже эти будут МЧС оставлять пункты питания или что, ну, это время на трассе, и разворачивать на Ханты-Мансийский объезд. Понял, спасибо, дружище, удачи тебе. Ну, сами едем туда, сами едем и не знаем, что правда это, неправда. Да. Вот, ну хорошо, попытка не пытка. Там обидно, блядь, проехать до УВАТа, надо пропрести. А там скажут, ребята, да, это все правда, давайте разворачивайтесь. Не могут, что ли, раньше поставить пост ГАИ на дороге, чтобы перенаправлял потоки? Ну, как я понял, ты в салоне мне гаишник объяснял, они сами только об этом узнали по телефону или как-то, они даже не в курсе, где, на каком километре. Он сказал, где-то там что-то рухнуло, дорога будет закрыта, то есть, ну, федеральная трасса будет закрыта полностью. Вам лучше с типосовым, наверное, правдинский, вас там будут встречать. Но парни едут, никто еще ничего не кричал, что гаишников нигде нету. То есть, может, еще не успели просто доехать. Понял. Наверное, еще не успели организовать. Я тебе говорю, и вот пацан же кричал, что звонил в УВД или куда там, в этот, в Ухту. В Ухту, в этот, как вам, блядь, в УВАД. Ему сказали, что да, на самом деле, но пока пускают только легковые газели. Вроде пока их оставили одну полосу, то есть там какая-то, и все, грузовые ни одну машину не пускают. Да, понял, спасибо. Такая информация, если маленькие машины пускают, то тогда еду на тюрьму. Так, в Москве 20 часов, 5 минут, разница 2 часа, значит 22 часа 5 минут местного времени, все еще достаточно светло. Поэтому продолжаем движение. Говорят, грузовые не пускают.
291 между Тобольском и Ловатом. Это 80-й километр, а на 291-м, говорят, проблемы с мостом. Еще ехать и ехать, блин. Нет, по всей вероятности... Надо потихоньку присматривать место для привала, для ночевки. Ночью ситуация прояснится. А утром уже принимать решение. Или через Тобольск. Или уходить на Ханты-Мансийск. Волну подняли, блин, и никакой определенности никто внести не может, ясности объяснить толком. Ну, сами наблюдаете, местами полотно дороги разбито, ну, слава богу, короткие участки. Что интересно, Навител молчит о том, что плохая разбитая дорога. Там, где уже сделали, предупреждает. А там, где требует ремонта, молчит.
Почему не получилась запись в автомобиле?